Новое оборудование для кабинетов флюорографии ждали давно. Цифровой аппарат не только позволяет увеличить количество приема пациентов в день, но и минимизирует облучение человека. В нашей больнице, в поликлинике номер один, установлен новый цифровой флюорограф фирмы «Ренекс» на 2 рабочих места, способный выполнять в сутки до 80 исследований. То есть пропускная способность его значительно повысилась, если сравнивать с предыдущим аппаратом. Из плюсов стоит отметить обязательно – это пониженная лучевая нагрузка на пациентов, быстрая скорость выполнения исследования, получение результатов исследования в цифровом формате с возможностью фиксирования данных на цифровых носителях, таких как флешка, дискетка. Любой цифровой носитель, который использует человек в наше время. Кабинет флюорографии полностью оснащен современным оборудованием. Раньше лаборанты тратили много времени на проявление пленки после исследования. Теперь пациенты в течение нескольких минут получают снимок и заключение прямо в руки. Вы знаете, спасибо докторам, не прошло и 2 минут, как все было сделано прекрасно, быстро, комфортно и хорошо. Все, и я доволен. Для удобства жителей кабинет флюорографии работает ежедневно с 8 до 20 часов вечера. Врачи напоминают, что каждый человек должен проходить это исследование ежегодно, чтобы предотвратить развитие такого заболевания, как туберкулез, и вовремя начать лечение. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».